Құрметті әріптестер, барлықтарыңыз әлемдегі және Қазақстандағы коронавирус індетінің таралуына қарсы істеліп жатқан шараларды көріп отырсыздар. Осы жағдайда Қазатомөнеркәсіп үшін ең маңыздысы қызметкерлер мен олардың отбасыларының, серіктестеріміз бен жергілікті халықтың денсаулығы. Сіздердің өңірлерде енгізілген шектеу шараларын, медицина қызметкерлерінің нұсқауларын және біздің жұмыс орнында енгізілген тәртіп ережелерін мүлтіксіз орындап жүргендеріңізге сенемін. Баршаңызды жауапкершілік танытып, өз денсаулығыңызға, жанұяңыздың денсаулығына мұқият қарап, үкімет органдарының нұсқауларын орындауға шақырамын. Уважаемые коллеги, первоочередным приоритетом Казатомпрома в текущих обстоятельствах является забота о здоровье наших сотрудников и их семей, наших партнеров и местного населения. Я уверен, что вы неукоснительно соблюдаете требования карантина там, где он введен, и правила поведения на рабочем месте, которые мы ввели в период распространения коронавируса. Я призываю вас и дальше тщательно следить за своим здоровьем, за здоровьем своих родных и близких, и неукоснительно следовать рекомендациям уполномоченных государственных органов. Во всех наших компаниях и в корпоративном центре утверждены планы мероприятий по обеспечению непрерывной деятельности, созданы оперативные штабы для постоянного мониторинга ситуации. Работники центральных аппаратов наших компаний по возможности переведены на дистанционную работу, ограниченные прямые контакты и перемещения. Работники, непосредственно занятые на производстве, работают в условиях социального дистанцирования и строгой гигиены. С целью соблюдения введенных ограничительных мер и минимизации риска заражения и возникновения вспышки на местах, мы приняли решение снизить количество наших работников до минимально возможного уровня. Все остальные сотрудники будут работать дистанционно, если есть такая возможность. Или им будет предоставлен оплачиваемый трудовой отпуск, если есть накопленный отпуск. Или по производственной необходимости они будут направлены на простой, по причинам, не зависящим от работодателя или работника. Оплата во время простоя будет производиться в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным и индивидуальными договорами. Касательно производственного персонала, в случае, если работник с письменного согласия будет привлекаться к работе во время межвахтового отдыха, оплата за это время будет производиться в повышенном, не менее чем в полуторакратном размере. Вахтовым работникам, которые должны приступить на вахту, но не могут выехать из-за карантина или по инициативе работодателя остаются дома, в первую очередь будет предложено оформить оплачиваемый трудовой отпуск или простой по причинам, не зависящим от работодателя или работника. Оплата за простой будет производиться в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным и индивидуальным договором. Мы предполагаем, что данные меры будут действовать в течение 3 месяцев. Все эти меры вводятся для защиты здоровья наших сотрудников, их семей и местного населения. Особо хочу акцентировать внимание на том, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, Казатомпром не намерен пересматривать штатную численность. Компания и впредь будет выполнять все свои социальные обязательства. Прошу всех, кто работает удаленно из дома, находится в трудовом или межвахтовом отпуске, или по каким-то иным причинам находится дома, строго соблюдайте требования карантина. Тщательно следите за своим здоровьем, за здоровьем своих родных и близких. Проведите это время с семьей. Займитесь чем-то интересным, чем-то полезным, на что, может, у вас не хватало времени. По-человечески понимаю, возникает желание выйти и погулять. Все-таки весна на дворе. Но проявите терпение. Все эти меры принимаются ради вашего же здоровья. Құрметті әріптестер, егер сіздер жұмысты үйден істеп отырсаңыздар, немесе демалыста болсаңыздар, немесе басқа да себептермен үйде отырсаңыздар, карантин шараларын қатаң сақтауларыңызды сұраймын. Өз денсаулықтарыңызға, жанұяңыздың денсаулығына мұқият қараңыздар. Бұл шаралардың мақсаты сіздердің денсаулықтарыңызды сақтау. Уважаемые коллеги, по всем интересующим вопросам вы сможете получить исчерпывающий ответ от первого руководителя и кадровых служб в компаниях и в корпоративном центре. Я лично буду информировать вас в случае изменения ситуации и принятия дополнительных мер. Я уверен, что вместе, поддерживая друг друга, мы сможем преодолеть текущие трудности. Здоровья вам и вашим близким. Баршаңызға денсаулық тілеймін.